удивительную исполнительницу, которую вы знаете и любите. Победительница телевизионного проекта «Голос». Заслуженная артистка Республики Татарстан. Дина Гарипова. Дина Гарипова. Спасибо вам.
Спасибо вам большое. И пользуясь случаем, позвольте мне пригласить всех вас еще и на свои концерты в Москве 21 и 22 декабря в Градский холл. Я буду счастлива видеть вас снова. Спасибо вам большое.